Брюссельская встреча была провальной для Пашиняна, поэтому армяне устроили провокацию. Արցախի անկախության օրը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի այցը Ստեփանակերտ. Визит секретаря Совбеза Армении в зону временного пребывания РМК в Азербайджане. Как передает Аззи Ас, политолог, директор Центра исследований Южного Кавказа, Фархат Мамедов прокомментировал очередную провокацию армян в Карабахе. Посещение секретаря Совбеза Армении зоны временного пребывания РМК в Азербайджане – это вызов. Откровенный вызов, санкционированный Пашиняном. Брюссельская встреча была провальной для Пашиняна. Сейчас ЕС поймет, кто играет на обострение. Погода хорошая. Было бы целесообразно ударить по военной инфраструктуре именно сейчас, в этот день, чтобы армянское население Карабаха поняло, что никакие Григоряны, Варданяны и РМК им не помогут. Армянские руководители должны понять, что смерть армянских военнослужащих на их совести и происходит вследствие их безответственных действий. Отметим, что незаконный визит 2 сентября 2022 года секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна в город Хан-Кэн-Ди Азербайджанской Республики является очередной провокацией со стороны Армении и подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!